Здравствуйте, дорогие студенты. Если меня слышите, напишите «да» в чате. Отлично. Никита Эдуард, Лола Садулаева, Аганесяна Наид, Мартынова Боброва, Китко и Анастасия без фамилии. Хорошо. Я постараюсь говорить медленно. Видео включать не буду. Если будут проблемы со звуком, прошу сообщать. Мы сегодня с вами рассмотрим очередную лекцию по теме 8. Краткий конспект уже готов. Вот видите. Очень тяжелый и большой раздел в учебнике по теме 8 «Статистическая отчетность». Ну, там где-то страниц 20. Всего мы увидим на одном листике. Даже 30, ровно 30 страниц эта глава занимает. Мы ее сегодня с вами рассмотрим более компактно, но без потери качества. Я буду вам задавать вопросы. И за ваши ответы буду вам сегодня добавлять баллы за хороший вопрос, за хороший ответ. Каждый сегодня получит дополнительный балл. Структура нашего сегодняшнего вебинара будет такая. Во-первых, мы не будем долго тянуть, чтобы вы успели к следующей паре. Мы рассмотрим сначала теорию по теме 8, а затем я отвечу на ваши вопросы. У вас вопросы хорошие накопились, я их вижу. Еще раз хочу сказать, что и за вопросы вы будете сегодня получать баллы. Время 9 часов 29 минут. Присутствует у нас... Сколько не вижу человек. Всего лишь 14 человек. Это немного. Почему-то немного. 9.41. У меня на мобильном 9.30. Спасибо за уточнение. Значит, если вам нужно срочно уходить, вы, пожалуйста, сообщайте, если вы не успеваете. Далее, чтобы не возиться с микрофонами, те, которые захотят ответить на вопросы или задать свои вопросы голосом, пожалуйста, звоните по телефону. Не думаю, что это будет долго и дорого. Ну что, готовы? Начинаем. Начинаем. Итак, приступаем к содержанию темы 8. Статистическая отчетность предприятия туристической индустрии. В этом конспекте отчетность обозначается буковкой О. По этой теме я... Так, кстати, да, запись идет. То, что мы сейчас говорим и делаем, оно записывается. И вы потом сможете все просмотреть. То есть будет видеолекция уже готовая. Само понятие отчетность, как мы видим, вот кратко я записал здесь, это систематизированные сведения за определенный период времени, собираемые, представляемые в определенном порядке и в определенной последовательности. Вот и все понятие. Второй вопрос – виды отчетности. Вот я их тут перечислил из учебника. Но в таком компактном виде. Бывает бухгалтерская отчетность, статистическая. Сразу давайте будем комментировать. Бухгалтерская отчетность составляется подразделениями бухгалтерского учета и анализа предприятия. Они могут по-разному называться. В состав этих подразделений может входить несколько человек или один человек. Бухгалтер может вести ее.
Это особый вид деятельности, отдельный предмет, отдельная специальность. Вот эта деятельность по бухгалтерской отчетности осуществляется по ПБУ, правилам бухгалтерского отчета, точнее учета, ПБУ. Они постоянно меняются, меняются формы, но принцип такой, ПБУ, правила бухгалтерского отчета. Они бывают с различной периодичностью. Обязательно все главные бухгалтеры сдают эту квартальную отчетность, то есть раз в 3 месяца, полугодовую и годовую. За невыполнение этой отчетности штрафуют, наказывают руководители подразделений. Кто-то звонит, говорите. Да, здравствуйте, это Таня под коридором. Спокойно, я никак не могу зайти на... Обновите страничку. Вы меня слышите? Алло. Вы меня слышите или нет? Вы меня послушаете. Заходите на страничку. Так. Ну, с бухгалтерской отчетностью разобрались. В учебнике про нее много расписано. Существуют различные формы. Но это все в основном не имеет почти никакого отношения к статистике. Это чисто инструктивный порядок сдачи отчета. Да, там есть цифры. Но главная цель бухгалтерского отчета, она служит для учета. Вот статистическая отчетность, это более интересная и близкая к менеджерам деятельность. Я вот выделил красным цветом, она осуществляется в целях контроля. Контроля чего? За объемом и качеством услуг. Объем это понятно, это штуки, человеки, койко-места, трудозатраты, а качество – это динамика улучшения или ухудшения. Чего? Туристских услуг, услуг в сфере гостеприимства. Вот это более интересно. Следующий тип отчетности – оперативная. То есть для каких-то операций. Для текущего контроля хозяйственной деятельности. То есть это внутри предприятий, гостиниц, турфирм и так далее. Отдельно рассматривается налоговая отчетность. Если меня хорошо слышно, еще раз напишите «хорошо» в чате. Я не уверен, что вы меня слышите. Молодцы. Для чего нужна эта налоговая отчетность? Во-первых, она подается в форме налоговых деклараций. Каждое предприятие самостоятельно декларирует. И целью этой налоговой отчетности является проверка правильности перечисления налогов от предприятий. Я не уверен, что вы меня слышите. Молодцы. Для чего нужна эта налоговая отчетность? Во-первых, она подается в форме налоговых деклараций. Каждое предприятие самостоятельно декларирует. И целью этой налоговой отчетности является проверка правильности перечисления налогов от предприятий. То есть эта информация идет в Федеральную налоговую службу. Нам, менеджерам по туризму, по гостеприимству и так далее, эту информацию будет получить практически невозможно, если сама налоговая служба нам эту информацию, эту базу не передаст. То есть мы отличаем налоговую отчетность. В дальнейшем мы видим, что подписывает и главный бухгалтер, и руководитель все виды налоговой отчетности, специальной отчетности. Но повторяюсь, это работа не менеджеров, это не ваша работа. Просто когда будете директорами или заместителями директоров, вы должны это понимать и знать. Ваши бухгалтеры должны вам помогать. Информация или отчетность именно оперативная, внутренняя. То есть сколько было клиентов, сколько было жалоб, какая загрузка номеров и так далее. Вот это есть оперативная хозяйственная деятельность. Вот там можно действительно анализировать. Чем-то похоже на оперативную внутреннюю отчетность. То есть по предприятию создаются определенные приказы, определенные распоряжения внутренние, и каждая служба для руководства отчитывается, пишет отчеты, например, за день, декаду, то есть за 10 дней, за месяц, квартал. Вот такая вот классификация. Вообще эта тема больше носит такой классификационный характер и к статистике имеет
не самое прямое отношение. Следующий вид отчетности – статистическая. Она составляется ежеквартально и ежегодно. Ну и вот тут я написал, каким постановлением, госкомстата номер 4. Это написано в учебнике, хотя не уверен, этот учебник зачастую дает устаревшие сведения. Я говорю про учебник «Статистика туризма». Но это не важно. Эти постановления меняются, но суть в том, что госкомстат составляет такие инструкции, они обязательны для выполнения, и в нем существуют унифицированные формы федеральной государственной статистики. Тут мы говорим о мультипликативном эффекте, специальные вопросы расходов туристов. Они, расходы, делятся по видам и по суммам. Например, по видам на транспорт, на питание, на экскурсии. И какие суммы. Естественно, тут надо еще учитывать за какой-то период времени, за какую-то, и на, за какую-то территорию. Вот это интересная статистика, но в отличие от статистики госкомстата, налоговой отчетности и так далее, эта отчетность специальная проводится не постоянно. То есть какие-то распоряжения правительства или края, Краснодарского края, или администрации города Сочи формируют определенные распоряжения обязательные. Конечно, это дорого отвлекать предприятия, собирать. Поэтому она проводится, такая специальная отчетность, периодически. Ее надо выполнять. Ну вот, это вся теория. Все остальное в учебнике я пишу, это инструкции, которые запомнить очень сложно. Их, конечно, можно просмотреть, проанализировать, но, и повторюсь, эти инструкции составлены в основном для бухгалтеров. И для нас здесь нужно особо выделить это наличие оперативной отчетности. Вот тут менеджеры по туризму активно обязаны, должны знать, как эту оперативную информацию использовать. Или то же самое внутренняя информация. Кстати, внутренняя и оперативная – это текущая отчетность. Я обращаю ваше внимание, что в лекции 8, после каждого вопроса, там 5 вопросов, нужно отдать свое понимание, 2-3 предложения на оценку. Я уже видел, как некоторые студенты начали отвечать, и я уже поставил оценки за эти коротенькие эссе. Мне очень понравилось, как отвечала Шишманян, Вера Мартынова-Боброва. Это я запомнил те студенты, которые пишут что-то сами. Не просто там копируют какие-то куски текста. В принципе, они правильные, там не буду называть сейчас фамилии, да, и не помню. Но когда просто вставляют куски текста, это не очень интересно, потому что нужно дать краткое свое понимание. Или непонимание. Например, вы можете написать, я прочитал этот вопрос, но мне он, как будущему менеджеру, непонятен, но я хочу типа разобраться. В принципе, вся теория по восьмой теме изложена вот в этом кратеньком конспекте, я все рассказал. Прошу задать мне вопросы.